Привет, сегодня хочу показать капсулу времени Волга 3110, 99-го вроде бы года выпуска, с пробегом 7000 километров. Но смысл в чем? Это даже прикол, а не смысл. Я эту машину приобрел раньше только ради одного. Там стояла магнитола Clarion, так как я их собираю, для меня это очень интересный экземпляр. И покупка была сделана ради магнитолы, потому что хозяин сказал: хотите магнитолу, покупайте машину. У него были клиенты на этот автомобиль, я предложил чуть-чуть больше денег, и пришлось забрать эту чудесную Волгу ради магнитолы Clarion. Давайте посмотрим, материал очень короткий. Времени. Сейчас покажу. 31.10. С пробегом очень-очень маленький. Везде еще чехлы, вот эти пакетики. Пробег 7000 километров. Пустота в машине. Еще эти резиночки, все новенькое, но хуевенькое.